Команды 12-13-летних девушек азартно сражались под сеткой в зале трамвайно-троллейбусного управления. Здесь состоялось первенство области по волейболу. Свои права на медали региональной пробы предъявили 6 коллективов из Твери, Калязина, Молокова и Бежецка. Признаться, основной интригой турнира стало то, сумеют ли громко заявить о себе приезжие волейболистки. Как оказалось, сумели. Правда, тверетянки делали все возможное, чтобы оккупировать пьедестал почета. В итоге потеснить хозяек с подиума удалось только воспитанницам калязинского тренера Альберта Караханова. Его подопечные сумели завоевать серебро областного первенства. Мы сами поддерживаем друг друга, все поддерживают. И тренер, конечно же, очень сильная поддержка, мне кажется, это главное. И игра тоже, нужно настроиться правильно, нужно правильно как бы тактику узнать. Все это дается на тренировках. Не зря проводили время на тренировках и подопечные тверской наставницы Елены Хвалынской. Старания девчонок привели их к третьему месту, которому они от души порадовались. Спасибо большое за судейство. Судейство было довольно-таки честным, объективным. Да. Команды были сильные, было где побороться, кучу эмоций выплеснули. А третье место, наверное, ну, конечно, очень жалко, что мы не смогли побороться с Калязин, потому что расклеились. Еще было утро, не выспались, но на третьем дне, где вот мы играли с Волжанкой второй, мы действительно постарались, выложились как могли. Даже могли получше. На высоте в этот раз оказалась Волжанка, которая пришла к победе под четким руководством заслуженного тренера страны Плехановой. Девушки, как всегда, отдали должное своей наставнице. В первую очередь за счет тренера. То есть Ольга Владимировна, несмотря на наши проигрыши, нас все равно поддерживает, нас наставляет. Ну, за счет тренера, также наша команда. То есть мы дружим очень хорошо, и в игре это видно, я надеюсь.